Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Ольга. И сегодня приготовим легкий салат из креветок горчичной заправки. Все ингредиенты и описание этого рецепта также вы найдете под видео. Очищенную креветку жарим на сливочном масле на среднем огне. Добавляем сок лимона. Соль по вкусу. Перемешиваем, чтобы обжарились с обоих сторон до золотистого цвета. Помидорки черри моем, разрезаем на две части. Также разрезаем на две части отварные перепелиные яйца. Подготавливаем блюдо. На тарелку кладем хорошо вымытый салат двух видов. Кладем помидорки черри, перепелиные яйца и жареную креветку. Теперь займемся заправкой. Выдавливаем сок лимона. Берем горчицу. Горчицу кладем в миску. Добавляем сок лимона. Оливкового масла. Все хорошо перемешиваем. Добавляем соль. Еще раз перемешиваем. И заправляем наш салат. После заправки сверху трем пармезаном. Это блюдо можно подавать как в основном блюде, так и в порциональном. Вот такая красота и вкуснятина у нас получается. Вот в таких пиалочках можно подавать. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!